У нас было 2 пакета травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты, полсолонки кокаина и бесконечное множество транквилизаторов всех сортов и расцветок. А также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и амилнитрат. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но раз уж начал коллекционировать дурь, то становится сложно. Единственное опасение вызывал эфир. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем эфирные зомби. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.